поэтической секции Санкт-Петербургского союза писателей состоялся вечер памяти поэта Сергея Поликарпова. На этом вечере были представлены две новых книги Сергея Константиновича – поэтический сборник и небольшой сборник прозы. Покойся твоим, Господи, и держись святей твою. «Лития», мирским чином прочитанная недавно ушедшим от нас петербургском поэте Сергея Константиновича Поликарпове, задала тон всему последующему вечеру. В зале собрались друзья, родственники и коллеги. Молитва соединила всех и приподняла над печалью. «Тебе подвластны облака, ракочущие волны моря, окаменевшие века и бездны радости и горя, цветы и жизнь, что так прекрасна, а мне, молитва мне подвластна. Это Христос, Троица». Это был вечер приношения во след уходящему человеку, геологу и поэту, уходящему в те пределы, откуда еще недавно являлись к нему стихи. Поскольку это было духовно, оно получалось безупречно. Понимаете, технически это связано с сердцем. Вот и все. Он недаром умер от сердца. Понимаете, потому что все это сердцем написано. Последний его рассказ, «Конократ», советую почитать. Это детские его рассказы. Мы как раз, я собирался с ним его обсудить. Он так круто так обошелся с правдой жизни. «Я лечу над лесами бленными, и тумана немой пеленой, над рекой, в одиночку и клиньями, журавли поспевают за мной. Покидаю тенистые заводи, эти милые сердцу поля. Петербург проплывает на западе, провожает родная земля». Он, что называется, писал, как дышал. Вот то, что к нему приходило свыше, а поэзия всегда приходит свыше, если она не приходит свыше, то это уже не поэзия, да? Он просто записывал. Обычно весной Сергей Константинович с супругой отправлялся на дачу в Старую Ладогу, а поздней осенью возвращался в город. Нынче вышло по-другому. Прямо оттуда, из Старой Ладоги, ушел русский поэт навстречу Богу, оставив нам 4 поэтических сборника и материал для 4-томника избранной прозы. Светлой грустью прозвучали его строки, положенные на музыку Михаилом Малевичем, и светло спетые Марией Петровой.